В этом частном приюте в столице Йемена находят убежище десятки бездомных кошек и собак. Его 2 года назад, несмотря на войну, открыла Маха Аль-Дабани. У нее высшее образование, но всю жизнь она посвящает спасению животных. «Я с детства люблю животных, и мне не нравится, когда им причиняют вред. Не могу видеть, как животное страдает на улице и пройти мимо, не оказав помощи». Найденных животных Маха сначала отвозит к ветеринару на обследование. Многим нужно лечение. Женщина говорит, что содержание приюта обходится очень дорого, но она никогда не опускает рук. «Конечно, очень трудно обеспечивать животных едой. Во-первых, это дорого. Представьте себе, сколько их у меня. Нам нужно много еды и постоянно нужны лекарства». Владелица приюта обращается за помощью к таким же простым йеменцам, как сама. «Иногда бывают сложные случаи, поэтому я публикую посты в социальных сетях. И молодые мужчины и женщины добровольно помогают покрыть расходы на лечение». Маха говорит, что очень часто видела на улицах брошенных и страдающих животных. Это и побудило ее открыть приют. Она считает, что к животным надо относиться по-доброму и хочет своим примером вдохновить на это других.